Мы заполняем сведения об участнике диктанта победы. И заскрипели ручки и мозги учеников. Сразу в 4 кабинетах одновременно ребята принялись заполнять бланк ответов. Специалисты говорят, что этот диктант значительно легче, чем в минувшие годы. Задание такого достаточно умеренного характера. Не сказать, что в школьной программе, так и не должно быть на диктанте победы, но проверяют, конечно, реальное знание, то, что действительно узнать нужно каждому, наверное, гражданину России. Поэтому считаю, что тест вполне и решаем, и интересен. Конечно, соблазн проверить свои знания был велик. Давненько не писал диктантов. В современных школах даже они проходят в форме теста. Сразу скажу, мне вопросы показались очень сложными. Некоторые отвечал наугад, поэтому, скорее всего, этот тест я завалил. В отличие от девятиклассников, которые выходили из кабинета, очень оптимистичными. Я много чего узнала и надеюсь, что запомнится до конца жизни. Множество интересных исторических вопросов, исторических фактов, на которые я даже некоторые не знал, как ответить, но когда приду домой, лучше узнаю и, конечно же, удостоверюсь в своих ответах. Происхождение танков очень интересно. Какой город, почему и зачем? Как вот люди собирали сами из своих средств, чтобы произвести эти танки? Для себя открыла много новых страниц, которые даже не знала. А еще, кто написал песню для фильма «Белорусский вокзал», из какого города Аляски к нам прилетали самолеты в качестве военной помощи, кто был инициатором создания Нахимовского училища. Даже если сегодня не на все вопросы ребята ответили правильно, такая работа точно не оставила их равнодушными к родной истории. Тем не менее, результаты теста мы узнаем в июне. Сергей Стерхов, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».